Я в этот ваш Майнкрафт вообще больше не сунусь, ясно? Привет, я Клаус. Сегодня я нашел на Твиче стримера, который играет с читами на популярном проекте, на котором как раз таки игра с читами запрещена и играет с баном. В общем-то, я решил его потроллить и наказать за то, что он нарушает правила и в целом играет с читами, потому что кто-то развивается, кто-то покупает донат, а он думает, что можно скачать читы и остаться безнаказанным. Нет, так нельзя. Надеюсь, что данный видеоролик вам понравится, ну а мы погнали. Видно, что он играет с читами, я прям вижу этот X-Ray. Типа, чело вообще насрать, он уже стримит 18 минут. Давайте вообще вот изначально, да, я думаю, нужно у него спросить. Вообще, вот зачем он играет с читами? О, сюда. А в смысле, зачем я с читами играю? Нравится мне с читами играть. Думаешь, что-то легко без читов играть? Ха, конечно. Так запрещено же играть с читами. Ребят, если кто не знает, Рейли Уорди с читами играть запрещено. А ему на это вообще насрать, он играет. Ну да, запрещено и чё. Я вот обычный игрок без доната на этом сервере, чёрт. Не могу даже со спавна выйти, если чё. Потому что меня всякие донатеры в фулл масках забивают руками. Ты чё, это повод читы качать, что ли, или чё? Я думал, он сгорит сейчас. Не, а вот он играет с читами, а он не боится, что сейчас админы зайдут на стрим? Давайте у него это и спросим. А если админы зайдут на стрим? У меня сейчас на стриме за весь день, кроме тебя, было 3 человека. Думаешь, я кому-то нужен вообще? Ну, логично, конечно. Не, типа, а если я сейчас скину админа? Тем более, главный админ здесь Домер. Домер сидит на ютубе, ему нафиг этот твич не нужен. Ладно, в общем, ребят, короче, понятно с ним все. Ему вообще пофиг на читы. Он думает, что его никто не забанит. Он пытается оставаться безнаказанным. Поэтому мне кажется, что самое время, чтобы его как раз-таки потроллить. Почему бы и нет? Так, ну что ж, я зашел в майн, я уже тпшнулся к нему. Вот его никнейм Изицеп. Я сейчас еще под ваншем нахожусь, так что он меня не видит. Я предлагаю просто забирать у него алмазную кирку и спавнить какие-то руды. И как раз таки смотреть на его реакцию, что же он будет делать, как он будет на это реагировать. Давайте, короче, поставим алмазы где-нибудь вот тут. Поставим много алмазов. Я так считаю, что он, ну, все равно рано или поздно их увидит. Вот 4 алмаза, войдем в ГМ3. Так, и где он у нас находится? А, вот он нашел свои алмазы. Хорошо, давайте войдем в ГМ1. И сейчас можно в тот момент, когда он будет копать руды, забирать у него кирку. Вот он копает, я забрал кирку. Не успел. Начал копать, я забрал. Копает, забираю. В смысле? Что за лаги? Так кирка пропадает, не понял. Все, короче, он все вскопал. И я забираю у него сейчас тупо алмазы. Так, он хочет выбираться наверх. Ага, понял. Хорошо. Поэтому я поставлю алмазы ему где-нибудь вот тут. А, тут уже алмазы и стоят. Хорошо, а я поставлю ему алмазы еще вот тут, тут. Ну, поставлю много алмазов. Он, смотрите, он думает, за кими пойти, а? Вот четырюга. Главное, все видит и думает. Он, ему даже пофиг, он просто идет напрямую к алмазам. А, вот рядом. Стоп, что? Так, я же чекал, тут не было. Так, смотрите, что я хочу сделать. Я хочу взять, допустим, какую-нибудь кирку, прописать команду SP Area 5, чтобы когда он начал ломать алмазы, вот он подходит к ним, я просто тыкнул бы киркой, и все алмазы бы исчезли, и просто посмотрели бы мы на его реакцию. Смотрите, он пришел к алмазам. Мне кажется, он сейчас офигеет с такого количества алмазов. Он упал. Ладно, пускай этот скапывает. А когда он начнет тут ломать, я уже сломаю это все киркой. Так, давайте поставим один алмаз сзади него, чтобы он подумал, что типа он его как-нибудь не заметил. Так.
А. Очень странно. Я же прямо здесь проходил, тут не было. Неплохо. Не. Чего? А где мои алмазы? Почему только 5 штук, я 19 нафармил? В смысле? А ты тут откуда? Почему всего 6? Чё за баги на сервере? Так, сейчас я предлагаю взять ведро с лавой и ведро с водой. Вот идет он за зомби. Сейчас просто разольем лаву сзади. Посмотрим, что вообще с ним будет. Чего? Ясно. Что? А лава тут откуда появилась? Ее же не было, я тут прошел. Так, ну ты живи. Тут вообще-то вода есть сзади, если ты оберенешься. Как ты все это не замечал? Да он и все еще не замечает на самом деле. Ему вообще насрать абсолютно, просто полностью и пофиг. Ой, да ладно, он увидел воду. А почему эта лава стекает не сюда, а туда? Что происходит на этом сервере вообще? У меня есть идея. Давайте еще поспавним ему мобов. Заспавним ему несколько криперов. Так, я близок. У меня и... Что? Что? Такая толпа за ним идет, господи. Но ему повезло, что они не взрываются. И с этой стороны давайте тоже заспавним. Что он будет вообще делать? Почему они почему так много заспавнилось? Что происходит? Чё, не взрываетесь? Лагаете, да? Лагаете? Вас много слишком? Лагаете, потому что, да? Давайте также поспавним ведьм. Что? Откуда? Почему? Так, ладно. Минус X-Ray. Так, опять откормиться. Что на этом сервере вообще происходит? Да у меня все алмазы, которые я накопал, пропали. То криперы спавнятся. Ой, изумруд. Пол сердечка осталось! Стой! Так. Все. Set home. Чтобы еще раз я пошел. Так и мы надо. Я просто начинаю его бить, меня кикает. Ну точно чит так. Только интересно, что это за читы, если у меня боевые были. Это как это, наверное, какой-то взлом сервера. Короче, ребят, мне надоело его слушать, типа, он какие-то устраивает теории, ну, вообще бредовые. Какие нафиг читы на то, чтобы его кикал? В общем, мне кажется, уже наступило время, пришло время, чтобы его так вот уже полноценно потроллить. Давайте просто сетнем у него все сундуки и посмотрим на его реакцию, потому что, ребят, еще раз повторяюсь, играть с читами на данном сервере нельзя. Все, сундуки сетнулись. Так, все. Место. Место. Место.
Так, раз. Чего, блин? В смысле? Это... В смысле, сундуки... Кто сундуки сломал? Давайте пропишем Унда, посмотрим на его реакцию, когда все сундуки появятся. Быстро, 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 быстро. Булыжники нафиг, булыжники нафиг. Тотемы оставь. Не понял. Сундуки с вещами на месте. Чё с этим сервером не так? Я сначала в шахту пошел. Там бред какой-то происходил. Полный вообще. Алмазы сами спавнились где-то непонятно почему, где я проходила, их там не было, потом они там есть. Потом куча криперов, чё за бред? А сейчас сундуки пропали. Потом появились. Таблички слетели. А я так долго их ставил. Ой. Блин, отстраивать придется заново теперь все. Чёртовы баги сервера тупого. Ребят, короче, давайте, я думаю, настал самый тот момент, когда мне нужно выйти из ваниша. Давайте ему предложим такую сделку. Я ему предложу, чтобы он просто удалил читы и пообещал мне, что больше с читами играть никогда не будет. А я просто светну его дом, заберу его вещи, но банить не буду. И дам ему какой-нибудь первоначальный набор, чтобы, ну, он смог как-нибудь там развиться, смог играть, чтобы его изначально не убивали. Вот, давайте мы предложим такую сделку. И если он согласится, то, как бы, чел, хорошо, я так сделал. Если нет, то нам придется его банить, ломать дом и все остальное. Так что выбирать будет только он. А ты еще кто? Я что, дом не закрыл? Опа, кышу, кышу отсюда. Не понял. Он не просто в оффлай, он в креативе? Чем от меня надо? Ясно, я дом не закрыл. На чем сюда залетел? Что-то пишет на тап... Не понял. Кто такой? Чего? Какой-то чел с ютуберкой просто пришел и говорит мне что-то, что забанит меня? Да, конечно. Но он ниже хелперов. Кто он такой? Ты кто такой, чтобы мне такие вещи говорить, слышь? Да, ну, ребят, мы его поняли, мы его услышали, он меня вообще ни во что не ставит. Я ему, вы сами видели, предлагал. Предлагал единственное, мне кажется, разумное решение, единственное для него самое выгодное решение, но он от него отказался, поэтому сейчас я на его глазах буду ломать его сундуки с вещами. И, ну, он сам в этом виноват, братан. И буду сетать его дом. Ты чё творишь? Ты чё творишь? Ты чё? Ты как доступ к моему приватному получил? Ты зачем ломаешь? На английском. Ты что делаешь? Так, ребят, сейчас давайте сетнем небольшую часть его дома. Ну как небольшую? Большую часть его дома лавой. Прописываем команду set lava. И вот у нас появляется лава наполовину его дома. Set lava. Меня сейчас грядки все зальет. Из-за таких вот тупых донатеров я и скачал читы, а он говорит, удаляй. Конечно, да, вон отсюда пошел. Так, вот давайте с этой стороны я сетну, короче, просто водой. Вот эту половину я сетну водой. Тут будет у нас set water. Так, темчик взять надо. Тут чуть не сдох, блин, из этой тупой лавы. Че тебе еще надо? Ты загрифилил мой дом. И все сундуки сет. Вот, да. Да-да. Какая у него там? ЮТ. А, ютубер чертов. Я вот на Твиче стримлю.
Чел, ты сам виноват. Я тебе предлагал, понимаешь, на сервере с читами играть нельзя. А ты просто в открытую на стриме играешь с читами, еще пытаешься убивать обычных людей. Ну вот я был обычным игроком, но у тебя, правда, не получилось меня убить, потому что... Ну, я не знаю, ты просто протупил. Ну ты не умеешь играть с читами, но ты с ними играешь. Я тебе предлагал их удалить и пообещать мне, что ты с ними больше играть не будешь. Но ты отказался. И сейчас я его просто забаню по причине читы. Все, ребят, он сам виноват. Я ему предлагал, я пытался спасти его аккаунт от бана, но он не согласился. Он тупой ютубер, блин. Наверное, 10 тысяч подписчиков и все. Бан забанен игроком Клауш Гриф Нью по причине читы? Чего? Забанены навсегда. Угу. Да-да, конечно. В смысле он забанил меня за читы? Какие читы? Я виноват? А в чем я виноват? Давай, объясни, по фактам. Просто по фактам. Я тебе предлагал удалить читы. Ты не захотел. Ливайство сервера. И все. Ладно, давай, удачи тебе в жизни, не играй больше с читами. Я в этот ваш Майнкрафт вообще больше не сунусь, ясно? Тупые идиоты, донатные, делают, что хотят. Заставляют обычных игроков скачивать читы, потому что они иначе не могут. А потом такие: не, удаляй читы, либо бан. Ха-ха. Ну да, ну да. 10 часов потратил на эту фигню. Ладно, ребят, в общем-то, я думаю, что на этом уже можно и заканчивать. Вы все сами видели, что происходит с читерами на таких серверах. Скиньте это видео своим друзьям, которые играют с читами, чтобы они уже больше точно не играли с читами. Ну, а с вами был, как всегда, Клаус. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился данный видеоролик, то можете подписаться на мой канал и поставить лайк этому видеоролику. Не играйте с читами, играйте честно. Всем удачи и всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.